Ты как раз вовремя. Я выяснила, кто копался у нас в головах. Ты ни за что не догадаешься, кто это. Один тонкий намек. Теперь пароходик мой. Ага, это его работа. Когда дикари отправляли людей на болото, он поджидал, пока они не отравятся семенами панги, а потом хватал их. Работал коновалом для дикарей и отпускал нас в освояси. И все это в обмен на пангу. Так и проворачивал свое выгодное дельце. Но я решила, что тебе тоже захочется отомстить. Так что посадила его под гражданский арест до твоего прихода. Ага, оказался таким милым, да? Я бы ни за что не догадалась, если бы не заглянула в машинное отделение, пока тебя ждала. Там та еще кунсткамера. Он, судя по всему, бережно хранил все серое вещество, которое у нас вырезал. Можешь взглянуть, если желудок не слабый. Как спустишься, передавай Табару мои наилучшие пожелания, желательно лезвием ножа. Это точно. Но почему все остальные никак не могут этого понять? Так что останусь с кораблем, грузом панги и стрёмным шрамом. Я хотела приключений, я их на всю жизнь получила. Думаю, я заберу себе корабль. Буду плавать куда угодно и всегда возвращаться на пустоши проведать маму. Неплохая жизнь, а? А тебя я всегда буду катать бесплатно. Ага, хватит трепаться. Пошли. Надо же! Это мой любимый путешественник! А уж путешествие было у тебя... В отключке у тебя рот не закрывался. Мне всякого пришлось наслушаться. Но я так понимаю, тебя гораздо больше заботит, отчего тебе череп раскрыли, да? Убийство? Ай-яй-яй, что бы сказал твой отец? Я думал, он тебя лучше воспитал. Под наркозом от тебя только о нем и слышно было. И судя по твоим словам, он был бы очень, очень разочарован, узнай он, кем выросло его чадо. Кажется, он мало тебя порол в детстве. Может, я смогу наверстать упущенное? Развлечемся. Теперь, когда у меня есть отличная лодка, думаю, теперь можно и домой. На некоторое время. Мама глазам не поверит, когда увидит мою добычу.